Всем привет, ребят. Решил сегодня записать еще обзорчик на донатного героя, который, по сути, нигде, никому и никогда не будет нужен. Возможно, что-то изменит, хотя уже он на 12-12, и в нем, честно говоря, ничего не изменилось. Сегодня будем разбирать разруху, какой он есть, где его можно было использовать, почему его не стоит качать, почему его нужно прокачать, скажем так, иметь, если вы хотите там иметь максимум силы, либо какие-то плюшки, или цели у вас есть в плане топа. В общем, вот такой вот герой, разруха, герой донатный, причем доната на него надо немало, а толку от него вообще никакого, если сравнивать с другими героями. Что по скиллу, давайте так. Наносит 540 урона ближайшим вражеским врагам, ввергая их в кому на 2,5 секунды, увеличивает скорость атаки на 5 секунд. На 90% отражает 65% урона. Кулдаун 5 секунд. Имеет 5-е утекание жизни. Герой сам по себе даже не танк, если сравнивать с героями, у которых по 300 тысяч. То есть такое себе. В жизни не особо много, атаки в принципе довольно-таки немало, но есть очень много но. Скорость движения маленькая, скорость атаки не особо большая. Даже если у него стоит увеличение скорости атаки, честно говоря, это все полная херня. Собран он у меня, ракушка стоит, многие спросят, зачем. У меня тут и ремка была, была куча талантов. Я просто решил проверить ракушку вместе с отражалкой, как она будет действовать. Ремочка рунами, топор стоит, передача энергии. Немножко на урон со звездами, он собран полностью на атаку. Ну, поехали, потестим в рейде. Где его использовать, я вам даже говорить не буду, потому что его использовать вообще нигде не нужно. Вот смотрите, вот он. Вот он ударил, зональная атака, но смотрите, насколько быстро его разбирают. То есть от него, даже если вы там соберете его в уклонение, толку никакого не будет. Раньше он был востребован забытый, когда еще были герои не настолько прокачанные. Да, он там, возможно, что-то решал. Смотрите, вот он ударил. Сейчас стрелок просто его по чуть-чуть разберет. Вот даже если мы заморозим ускорялку, все равно стрелка эти разбирают его. В общем, ребят, от него какой-то пользы не ожидайте. На мелких левелах, может, он там и поможет. Все, раз-два, его просто нет. Но в топе он просто ни о чем. Вроде, казалось бы, герой, который стоит немало доната, а пользы не приносит вообще никакой. Не знаю, чем думает IGG, но это реально эпик файл, я бы так сказал, со стороны разработчиков, потому что герой, если столько доната, он должен приносить хоть какую-то пользу. Тут, как видите, он, ну, забор сейчас сломает. Зональная атака вокруг. Вот смотрите, вот бьет там, да, вроде бьет далеко, но опять же, сейчас его просто разберут, застанили, все. Утекание жизни, по сути, это на свое время был очень прикольный герой, потому что мало у кого было встроенное утекание там, либо любой встроенный талантик, казалось, там все, его, блин, круто. Но, как видите, толку никакого вообще нет. Единственное, для чего его там стоит прокачать, это ради очков судьбы, чтобы прокачать уже в этой локации. Тут, например, Огнекрыло, там дракон. Дракону и то даже получше дали базовые какие-то мелкие. Тут просто усилили и все, и толку никакого нет. То есть чисто ради вот этих героев есть смысл прокачать. Так... Херня с херни. Так, ну давайте посмотрим на всех локациях. Вот давайте на арену. Но я, правда, на арене в топе. Ну, сейчас попробуем его даже тут потестировать. Видите, как быстро он сольется. У меня герои даже не собраны толком. Может, попадем на какую-то пачку. Вот Огнекрыл. Все.
Он даже не успевает, у него нету никаких там особо иммунов. Он не успевает добежать. Герой ближнего боя. Вот смотрите, молчанка, все. Просто его нет. Не знаю, давайте на экспедиции. Единственное, где он еще интересно смотрится, это Колизей. Там его используют довольно-таки часто. Блин, магии не взял. Ну вот, вот сейчас он хлопнул раз и все. Дальше от него он должен, казалось бы, хотя бы какой-то урон там держать. Но жизни мало. Да, он у меня собран на атаку, но на уклонение его смысла нету собирать, так как, ну, просто бесполезный. 5 секунд кулдаун, зональная атака, он неповоротливый, утекание жизни он не ударит, очень хорошо станется. То есть, это, наверное, самый бесполезный, скажем так, донатный герой, потому что взять ту же самую шапку, от нее есть толк в подземках, Минотавр для фарма, для подземок, для битвы гильдии, для разных локаций, а тут вы просто его выпускаете, ближняя атака, он будет сейчас бежать, вот. Раз, сейчас еще раз Фрейя включится и все. Даже не добежит до цели. Если бы он был какой-то дальник, да, возможно, было бы это очень интересно посмотреть, но так, даже если мы ему тут поставим бастионы, тестировал с богом войны, с бастионом, да, урона как бы много, можно с новым талантом поставить, но шанс того, что он у вас выживет до хотя бы удара, равен там, не знаю, процентов 10-20. Какие сборки ему можно? Можно, конечно, поставить ремка. Вот самый лучший вариант, наверное, это ставить ремку и рунами оживу. Также вариант там ставить ремка, психощит. Оживу качать 8-8 смысла никакого нет. Хотя тоже можно оживо 8-8 и поставить рунами. Ну, сейчас руны, думаю, скоро и 8 откроют. И можно будет даже так делать. Бастион как универсальный талант, возможно. Но опять же, тут собирать надо доспех, тогда он будет более живучий. На урон его собирать смысла тоже нет, потому что его быстро унесут. Добавить ему жизни в снаряге, там прокачать уклонение, сопротивление. Возможно, тогда с него хоть какой-то толк будет. Например, сейчас пойдем. У меня время еще есть. Да, и сейчас попробуем в забытое его тестануть. Создать команду. Вот сюда как на подстраховку поставим. Вот он у нас будет первый. Сейчас, конечно, его блокнут. Нет, не успели блокнуть, но успели убить. Причем очень быстро. Как видите, другие герои тоже не собраны, без питомца, но все же получше стоят, тот же самый ворожей под хил, а его просто как первую цель слили. И на этом, скажем так, все закончилось. Поэтому, если у вас есть этот герой, вы до него додонатили, не вкачивайте, не вкидывайте в него ресурсы, только если у вас там немерено ресурсы, вы хотите в судьбе всех 12-12, тогда есть смысл, и то там можно даже без него обойтись. Если вы планируете его где-то использовать, ну, не будет, не, то не даст вам никаких надежд, потому что есть куча героев новых, которые попроще, без всяких встроенных умений, но у них, блин, там либо урон, либо какой-то талант, который действительно будет полезен. Тут же это просто мясо, которое будет у вас бегать, но никакого толку и пользы команде просто не принесет. Ну, давайте на этого нападем. Может, тут не будет ара. Он сможет хлопнуть. Вот видите, вот он ударил. Но толку никакого нет. То есть урона у него много нет. Вот опять у нас кто там.
ворожей тащит. И некрас. Стрелка даже разобрали. Остался один ронин. Ну, в принципе, его сейчас доспехами должны убить. Возможно, когда-то они додумаются что-то поменять в героях. Но я в этом очень сомневаюсь, что они будут рушить старые. Хотя, вот, например, Огнекрылы они пофиксили, да, там спустя некоторое время. Возможно, этого сделают, доведут до ума все-таки. Но за такой донат, такой герой, как бы, чисто как картинка, не более того. Ну, просто его шатают. Умение, как бы у него талантик 3-5 секунд кулдаун, там сколько, 2 или 3 секунды кома. Очень интересно, конечно, но, блин, он его не может заюзать, его сливают быстрее. Жизни у него мало. Вот видите, у меня тут герои сейчас под молчанка, и то они просто шатают. Смотрите, что они делают. Вот он, Асура, который просто тупо под молчанкой ультует, если он включился первым. Так, ну давай, давай, давай. Все равно ничего не смог сделать. Если его ставить на задней линии, он не будет добегать. Я его уже чисто прокачал из-за того, что мне... Ничего себе. Мне нужна была сила, мне нужно было Огнекрыло подкачать. Вот, ну... У него сняли просто энергию. Ничего себе, сопротивляются. Вот видите, как священный огонь кайфово смотрится. Не просто так им сколько там героев, а два моих держатся до сих пор. Не знаю, или мы успеем разобрать их всех. Остался Рино. И Вольт 8 секунд. Нет, скорее всего, не успеем. Но если бы было больше времени, думаю, без проблем бы затащили. Два героя, да, тоже Некрос донатный, но, блин, он хоть что-то может. Вот Асура, смотрите, включился. Посливали. Так, ну, в принципе, вот так вот сейчас будет уже битва гильдий, поэтому... Нет времени дальше вам его показывать, да и смысла особо толка нету. Возможно, его еще в лабиринте использовать в станущей команде как вариант, но и то это не очень хорошая идея. Ну, можно будет потестить. Пишите в комментах, как вам такой герой, кто его доставал и что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, обязательно лайки. Всем пока.